Срок годности истек 1.6. Для детей с 3 лет. Годность истек 1.6. Вот, смотрите, дата производства. Первая верхняя, да? Угу. Первая 02.20. А срок годности 12 месяцев. Угу. 2.06. С 4 к 6 месяцев товар. Угу. Всем привет, ребята. Находимся мы в Приморском районе. Улица Савушкина, дом 139, магазин «Пятерочка». Это видео уже записано после приобретения просроченных продуктов в этом магазине. Вот. А сейчас мы вызвали сотрудников полиции для его оформления. Так, ну что, ребят, находимся мы в «Пятерочке» в Приморском районе. Нашли вот такое вот детское. Срок годности истек 1.6. Вот такое вот тоже для детей с 3 лет. Срок годности истек 1.6. С 6 месяцев. Срок годности истек 2.06. А это у нас с 4 месяцев детское питание. Срок годности истек 10.05. Такое количество просроченных продуктов мы сейчас обнаружили. 6 позиций из детского питания я уже приобрел. 2 штуки просроченных 12.05. И 4 из них просрочены 9.05, извиняюсь. Тебе что, пробили просрочку? Пробили. Успел просрочку на 3 месяца. На видеокамеру прям пробили? На видеокамеру вообще без проблем. Никого это не смущает. Для детей раннего возраста, Кирилл. 10-12. На верхнюю дату 12 месяцев с момента производства. Так тут же еще 40 год. Это время, если ты по второй дате смотришь. А, да? Ага. Это время. Там 12 месяцев написано, все четко. А, да, здесь же 12 месяцев срок годности. Ага. Соответственно, в феврале, 1 февраля закончится срок годности. 1 марта, 1 апреля, 1 мая, 1 июня, 4 месяца. Нормально. Нормально, да, вот детская просрочка на 4 месяца. Вот, смотрите, дата производства. Первая верхняя, да? Угу. Первая 02.20. А срок годности 12 месяцев. Угу. Также, соответственно, вот это. 2.06. Истек срок годности. С 4 к 6 месяцев товар. Угу. Еще возьмем вот это. 1.06. Они все там такие. Я на старый телефон. Угу. Причем продавец там работал. В этом отделе. Я поняла, да. С 3 лет для детей. Срок годности истек 1-го, 0-6-го. Сегодня уже 4-е. Ну, тут, соответственно, мятые банки у вас, которые не имеют права реализовывать также торговая точка. А банка без опознавательных знаков каких-либо. Что это вообще в принципе? Может, это икра, я не знаю. И 6 позиций из детского питания я приобрел, которые истекли от 2 штуки 12-го числа и 4 штуки 9-го числа. Это мою не забывай, в феврале детскую просрочку. А, ну вот еще вот это вот, да, то, что приобрели. Тут у нас третий факт, у нее приобретен. Вот, тут девушке тоже был приобретен товар, уже, ну не сегодня, правда, а другой это день. Это не оплачено. Вот это, вот это, то, что сейчас в руках держали, вот это оплачено. Вот это вот оплачено. Значит, вон, поменяем ее на свежую. Зачем? Мы не просили менять еще да, пока. Да, вот как-то странно. У вас же нет-то это, как вы за качество отвечает такой акции, правильно? Ну, не, они просто в рамках закона о защите прав потребителя пытаются поменять на качественный товар. Да не нужен мне качественный. Спасибо большое. Он мне уже продан некачественный. Тем более тут большое количество детского. Возврат это бесспорно. И несите, например, мусорный пакет черный такой большой, так здоровый. Пустить с мусорным пакетом. Или будем с полицией оформлять? Я бы с полицией оформил. 3 факта – это закрытие магазина с гарантией. То есть, как бы, о чем разговор? Секундочку. А вы мой товар не уносите, пожалуйста. Вот. Или давай до судебки, ну хоть как-то. А то чего они просто детскую просрочку могут порыжить? И как бы все утилизировали, ушли, за них их работу сделали. Вот так. Бьет сразу. И сразу бьет. Испугалась, понятно. Вот такой вот рис сливочный. А срок годности истек 2.05. Две штуки. Вот такая вафелька. 18.05. 18.04. Срок годности истек. Это вообще 17.05. 27 месяца. И 17.04. В общем, ребят, здесь все вперемешку. Можно вызвать участкового или следственно-оперативную группу по адресу Савушкина, 139, город Санкт-Петербург. Магазин «Пятерочка». Реализация большого количества детского питания.
Нормальные? А это просто всего лишь вот это. Домыслы. Нам что привозят, мы уже поставили. С 4 месяца лежит товар вместе в перемешку с нормальным качественным. Конкретно что вы хотите сейчас? Конкретно полиция. Уже ничего не хотите. Мы вызвали сотрудников полиции и все. Будем оформлять по уголовной статье. Я вам запрещаю видео с моим присутствием. Что еще делать? Что еще запрещаю, раз? Я не даю вам согласия. У меня просто что-то со слухом. Еще раз, можно? У вас совсем плохо со слухом? Да, очень повторю. Плохо. А что-то режет видео просто. Видео с моим присутствием я запрещаю вам. Уйдите. И вы не будете присутствовать. Да? Не занимайте рабочее время. Чье рабочее время? Я вам запрещаю что-либо запрещать. Просто запрещаю. Вызывайте полицию. Уже вызвали. Препятствовать. Кому препятствуем? Вызывайте ГБР, можете прямо сейчас вызвать. И что они сделали? А вы кто? Вышибал сразу вызывай. Даже не вы, а ты кто? А, кто это так дело? Без вышек, в подсобное помещение лезет. У которого тыкался нос. Не буду говорить, кому под хвост. А вот чек на приобретенные просроченные продукты. Улица Саушкина, дом 139. Сегодняшнее число 4.06. Время 14.14. Магазин Пятерочка. Хамские у вас тут мужчины ходят какие-то. Да, без вышек, без ничего, в подсобку заходят. Что-то запрещают. Гражданам России. Придать ему, пускай дома запрещает. Вот такой вот казиночек продается в магазине Пятерочка. Срок годности истек 4.04. Еще один. Не просрочено? Нет. Вот это не просрочено. Пачка казиноков нормальная. Опять же просрочено. Две пачки казинаков, которые как микс называется, да, получается? Ассорти. Две нормальных. Молодец. Телеги все больше да. Просрочек. Чем дольше мы ждем полиции, тем больше просрочки мы находим. Спасибо. На 4 детскую. Месяца я купил детскую пачку просрочек. Слушай, Кирилл, у нас заказ. Сейчас. Вот у нас директор данного магазина. Зовут Мария. В коем случае не звоните ей по номеру телефона 8-911-940-54-21. Не спрашивайте, почему у нее столько просроченных продуктов и на большой срок продаются. Позвоните в службу 113 Санкт-Петербурга. Все разговоры записаны. Помоги нашим просить. Здравствуйте, на Савушкина 139 уже почти час жду участкового. Реализация детской просрочки в магазине «Пятерочка».